मथुरानाथ कदावलकस्य हृदयं तदलोककात् ओई दीनदयार्द्रनाथ मथुरानाथ कदावलकस्य हृदयं तदलोककातरम्। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, если у нас нет решимости избавиться от асатсанги, то тогда наша сатсанга бесполезна. Если у нас нет такой твердой решимости избегать асатсанги, то тогда наша сатсанга, она бесполезна, потому что сатсанга значит избегание асатсанги одновременно. Если вы хотите одновременно совершать сатсангу и асатсангу, то вы попадете в проблемы. За всю вашу жизнь вы не сможете прикоснуться к настоящему баджану. На самом деле, это очень важное. Сатсанга прапати пунги бхувир сукрити пурва санчитой. Сила бхакти сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. Сила бхакти сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур рассказал одну прекрасную историю об этом, о сатсанге, о сатсанге. Однажды сын одного джаминдара, землевладельца, единственный сын, он был очень болен. И вот пришел аюрведический доктор, он проверил его и сказал, что у него туберкулез, он как-то заболел туберкулезом. И вот Джаминдар очень испугался, поскольку он очень богат. Обычные люди, но узнают, будут спрашивать, что же такое. Ну, вопрос его престижа. И вот он сказал доктору, что доктор, пожалуйста, никому не говори, позови моего сына и спроси, как же он заразил, ну, откуда у него туберкулез, поскольку он мне, я его отец, он не может сказать. И вот и вот он спросил, как это возможно, ты с очень богатой семьей, хорошо питаешься, как, откуда у тебя туберкулез вообще? Ты, может, ты куришь или еще что-то? Есть ли у тебя такие привычки, скажи мне искренне, не стесняйся. И вот этот мальчик сказал, да, я вот курю табак, ганджу и прочую гадость. И доктор сказал, ну как я тогда могу тебе помочь должным образом? Вначале всего ты должен прекратить принимать эти вещи. Если у вас есть такие привычки, как у тебя есть такие привычки, как принимать табак, ганджу и прочее, я не могу тебя излечить. Но этот мальчик сказал, нет, да, давай, лекарства. Но доктор сказал, хорошо, я тебе припишу все лекарства, но также будет одно условие, ты не можешь дальше курить. И вот мальчик, он уже готов принимать все лекарства, но сказал, что хорошо, я буду принимать твои лекарства, но курение я не могу оставить. И также Шрила Прабхупад говорит, такое же умонастроение у обычных людей. Они даже не могут понять, что такое сатсанга, что такое асатсанга. Простые вещи они не могут понять. Они могут, хотят изучать какую-то высокую философию, а таких простых основных вещей, что такое сатсанга и асатсанга, они не понимают. Те, кто заняты материальными вещами, они, их ум он никак не может соприкоснуться с лотосными стопами Шри Кришны.
Те, кто заняты материальными вещами, у них нет времени думать о Кришне. Они могут носить одежду саньяси или брамачари, но это тоже может быть. И вот тогда, если вы общаетесь с ними, то это очень опасно. Как, я, например, два дня назад я говорил, хотя бы слушайте Хари Катху, повторяйте Харинам, но не получайте результата. А почему? Поэтому в Писании говорится, Авайшнава Мухад Гирам Хари Катхам Ритам Сарванам Наива Картим. Авайшнава Мухад Гирам Хари Катхам Ритам Сарванам Наива Картабьо Сарпа Чисто Джатхапайо. I give example also. Я также привел пример. Например, я ношу одежду Вайшнава, но мое сердце, оно не сердце Вайшнава. Кто такой Вайшнав? Sometimes big fighting going on, but who is Brahman, who is not? То есть иногда возникает спор, кто такой Брахман, а кто не Брахман. В писаниях Махабхараты, в многих писаниях уже найти множество свидетельств насчет этих споров. Нахус Раджа asking in front of Yudhishthir Maharaj. Вот Нахус Раджа спрашивает Юдхиштхир Махараджа, кто Вайшнав, а кто нет. Юдхиштхир Махарадж говорит, посмотри. На самом деле, Вайшнав это не каста, Вайшнав это не тело. Тогда кто Вайшнав? Как понять, кто есть кто? И Юдхиштхир Махарадж сказал, согласно моему мнению, тот, чье сердце, оно чисто и всегда думает о лотосных стопах Кришны, имею в виду Вишну Таттвы. Who never knowing anything about Vishnu Tattva, have some scarred head, is saying, I'm Brahman, I'm Chatterjee, I'm Banerjee, I'm Bhargav. То есть тут и Вайшнав или Брахмана, то есть есть люди, которые носят вайшнавские, то есть брахманские атрибуты и брахманские фамилии, тайтлы, то но ничего не знают о Брахме, и о Вишну толку не то от того, что они называются брахманами. Как, например, любая женщина может родить ребенка от любого мужчины. Может это быть шудра или с низкой касты, но так или иначе может. Юдхиштхир Махарадж говорит, что любая женщина может родить ребенка от любого мужчины. Причем мужчина может быть с какой-то низкой касты или высокой, или вообще вне касты. И Юдхиштхир Махарадж говорит, я думаю, тот, чье сердце всегда думает о Вишну Таттве, чье сердце находится высоко, всегда. И таким образом в Упанишадах тоже можно найти пример, что Джавал и Сатьякам, они, ну вот он не мог о себе ничего сказать. Он говорит, я могу дальше обсудить это, но кратко затронем эту тему насчет сатья сатсанги. Как Гаутами Риши дал посвящение этому мальчику. Хотя Гаутама Риши ничего не знает о его происхождении, кто его отец, кто его мать. Как это возможно? В Упанишадах по Джавал и Сатьякаме описывается, что когда он подошел, пришел к Гурудеву и сказал, «О, Гурудев, я хочу получать наставление от тебя, как эти все дети Риши и Муни». Он сказал, «Да, я могу, да, но сначала скажи, кто твой отец, откуда ты произносишь?» И он сказал, что «Риши, я не знаю, кто мой отец». Как ты не знаешь? Но иди к матери, спроси тогда. И вот он пошел к своей матери и спросил, что можешь ли ты сказать, кто мой отец? И мать ему сказала, о, мой сын, я не могу сказать, ну, что-то определенное, так или иначе, родила тебя. Но от кого, не знаю, поскольку я была, ну, служила многим мужчинам и как бы
не знаю, ты от кого тебя родила. И вот он пошел к Гаутаме Риши и сказал то, что сказала ему мать. Он сказал, что Гурудев, моя мать, сказала вот так и так, и все эти мальчики, они начали смеяться над ним. И Риши сказал, остановитесь, не смейтесь. Мой сын, иди сюда, ты браман. Как? Откуда? Поскольку у него сердце, у него дух говорить правду. Это главный признак браманизма. То есть это главное качество брамана – это говорить правду. И Гаутама Риши, он сказал, что ты браман. Поскольку у тебя есть склонности говорить истину, и поэтому ты браман, я могу принять тебе, дать тебе посвящение. И таким образом он получил посвящение. Но я не буду говорить более глубоко об этой теме, но будьте внимательны, поскольку сегодня мы будем совершать сатсангу. Сегодня особый день ухода Мадхавендра Пурипада. Если вы услышите имя Мадхавендра Пурипада, вы сможете обрести прему, но мы не получаем прему. Наша удача недостаточна. Мы очень удачливы, но наша удача недостаточна, поскольку мы не получаем, поскольку мы теряем эту возможность, которая находится у нас в руках. Мы из Сарасват Гауди Сампрадай, мы из Гауди Сампрадай, самые могущественные. Но мы настолько глупы, и мы не можем осознать всего величия того, что у нас есть. И вот в начале всего мы должны быть очень внимательны в каждый день, в каждом нашем действии, что вы делаете. Вы совершаете сатсангу или асатсангу. Every day we'll have to calculate. Каждый день вы должны считать. Если вы будете, doing calculation, считать. Every day night we'll have to think. Каждый вечер вы должны думать, что же совершали сатсангу или асатсангу. Постепенно вы сможете развить дух сатсанги и автоматически оставить асатсангу. Поскольку Шрила Прабхупада говорит. Принять сатсангу, это значит автоматически оставить асатсангу. Невозможно одновременно заниматься сатой и асатсангой. Это невозможно. И вот на самом деле сегодня день ухода Мадхавендра Пурипада. Ой, динди ардунати мутурана. Кадавалака сихидан тадлоку катрам. Рамнати. Кинкарами ахам. What I can do? I like to see your lotus feet. Я хочу увидеть твои лотосные стопы. Я беспомощен. Is he a topmost position? Это он находится в самом. Separation, feeling of separation. Вот Мадхавендра Пури, у него самое высокое чувство разлуки, самое острое чувство разлуки. То есть он говорит вот эту шлоку, произнесенную Радхарани, она означает самое высокое чувство разлуки. This kind of separation, feeling of separation is not possible. This speech directly means it's not possible for anybody to speak this. То есть эту шлоку, которую произнес Мадхавендра Пури, невозможно никому произнести эту шлоку. Это шлока, которую произнесла сама Шримати Радхарани, и она как-то явилась на его языке. И вот когда Джагатананда Пандит сказал, I don't need. That means need. When I don't need anything, I need nothing. That means need. Prema. Question of love. То есть Махамахарадж говорит о том, что путь према, он извилистый, очень запутанный. Према – это самая наивысшая собственность, наивысшее богатство. Дас кури британ море дехо премма.
И вот сейчас Чайтанья Махапрабху говорит, я хочу обрести према самбати. О, Кришна, можешь ли ты сделать меня своим слугой? И какую зарплату ты хочешь? Я хочу получать в качестве оплаты према, према-дхон. Много раз Чайтанья Махапрабху он сокрушался, он плакал, что у меня нету према, нет любви к Кришне, но так или иначе я плачу. Я молюсь, чтобы развить эту удачу. Подобно обусловленной душе. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он подобно обусловленной душе, он совершает садхану, чтобы показать нам, как достичь цели. И Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами так вот сказал, что Шрила Мадхавендра Пурипат, он главная колонна, он основа Гаудия Бхаджана. Как это возможно? Не Шри Чайтанья Махапрабху. На самом деле, что говорить больше? Перед тем, как явился Верховный Господь, и после того, как Верховный Господь уходит с этого мира, и его спутники, они являются здесь, чтобы подготовить место, обстоятельства, где явится сам Верховный Господь. Кришна, Рама или любая другая аватара Шри Чайтанья Махапрабху. И вот в эти 500 лет они подготовили почву для его прихода. И после того, как Господь ушел, чтобы вложить это, чтобы распространять учение среди всех людей, и тогда все другие преданные, они пришли. И вот что они делают, чтобы проповедовать. Чтобы проповедовать послание Шри Чайтанья Махапрабху. И также по нашей ученической преемственности у нас есть право защищать это сокровище. Я имею в виду, мы должны защищать. Иначе я не нахожусь в этой семье. И наша моя главная обязанность это защитить учение нашей парампары, чтобы не допустить осквернения, поскольку какие-то непонятные люди присоединяются к нам, говорят что-то в своих корыстных целях, и так учение может оскверниться, и нужно защищать его. И все время вы должны пытаться получать благое святое общение. Мадхавендра Пурипат, он главное, он основа Гауди Сампрадая. Почему? Мадхавендра Пурипат. Мадхавендра Пурипат, Сишевара Сишара Нитянанда Сиаддайта Бхиву. Ишара Гури Кедханна Карилена Сичайтанна Джагат Гуру Гуру Махапу. Гуру Парампара? I mean, you will have to memorize this. Кришна Хайте Чатур Мохай, Кришна Севан Мог, Бамай Ден Нара Деру Мучпене. Disciplic succession. After that, how? И вот согласно этому киртану можно видеть, что здесь описывается гармония между Бхагават Парампарой и то есть гармония в ученической преемственности. То есть это не всегда, иногда бывают какие-то пропуски, но оно гармонизируется. И вот Мадхавендра Пурипат изначально из Мадхава Сампрадая, но так или иначе. Our Guru Bhargava speaking, giving documents, that though, actually, though Madhavendra Pulipat, and the line of, you know, disciplic succession of Madhacharya, still, со стороны Мадхавачари, но Гуранга Махапрабху, но сам Гуранга Махапрабху, перед тем, как он явился в этом мире, он уже явился в его сердце. Event before the appearance of Chaitanya Mahaprabhu here in this material world, first appearance
was there inside the heart of То есть прежде чем явиться в этом материальном мире, Чайтанья Махапрабху явился в сердце Мадхавендра Пурипада. Иначе такое чувство премы, которое он имел, это невозможно. Вот эту конкретную особую прему, которая только может быть у Гауранги Махапрабху, поймите все правильно. Что я хочу сказать, я не хочу как-то оскорбить Мадхавачарью, мы очень благодарны ему, но та према, она возможна только если мы можем понять Шри Чайтанья Махапрабху, только по его милости мы можем получить эту прему. Без милости Шри Чайтанья Махапрабху эта према, она очень редка, практически невозможно. И поэтому, когда Шри Чайтанья Махапрабху встретился с Ишвара Парипадом, иногда встретился с другими, с другой Гурваргой, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху принял посвящение Ишвара Парипада, он ученик Мадхавендра Парипада. И когда они встретились где-то с Брамананда Бхарати и с прочим, много раз они говорили, даже когда Шри Чайтанья Махапрабху достиг Матхуры, в Адикешаву, то там был один браман. Он, и то прямо то чувство, которое были в нем. И когда этот браман начал сомневаться, я думаю, у тебя есть какая-то связь с Мадхавендра Пурипадом, поскольку это прямо нельзя найти нигде. Я думаю, у тебя есть связь с Мадхавендра Пурипадом. И он сказал, да, я ученик Ишвара Парипада, а он, этот браман был ученик Мадхавендра Парипада. Почему я говорю вот об этой ремарке? То есть это еще раз доказывает, что это према без благословения Шри Чайтанья Махапрабху, это невозможно достичь этой премы. Мы хотим обсуждать более подробно о Мадхавендра Парипаде, но времени достаточно мало. Как он пришел сюда в Навадвипадаму, как он встретился с Адвайта Гасаем, с Нитьянандой Прабху, как они приняли посвящение, но он в суть в том, что он был полон премы, и таково правило, что когда Верховный Господь является в этом мире, чтобы начать сампрадаю или как-то связать сампрадаю, то Махапрабху Свайам Бхагаван — это обязанность преданных. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху действует как преданный, но все же, чтобы начать сампрадаю, это обязанность одного хорошего, возвышенного преданного. То есть начать новую сампрадаю — это не обязанность Верховного Господа. Верховный Господь занят другими делами. Но хотя мы знаем, что когда Шри Чайтанья Махапрабху явился, согласно Таттва Сиддханте, Ачинтья Бхеда Абхеда, мы получили эти основные вещи. Но Ачинтья Бхеда Абхеда Таттва, она уже находится в Бхагаватам. Это не значит, что Махапрабху открыл это из ниоткуда. Ачинтья Бхеда Абхеда, она была в Бхагаватам уже, он просто ее открыл заново, можно так сказать. В других писаниях она тоже была. Но никто не мог найти ее, они были слепы. Так или иначе, они хотели какое-то другое мнение вывести из Бхагаватам. Но главное, что сделал Шри Чайтанья Махапрабху, он привел в гармонию. Все. И вот эта Ачинтья Бхеда Абхеда Таттва, она уже была там с Мадхавендрой Парипадом. Уже там. И вот сейчас суть в том, что Мадхавендра Парипад, говорить о Мадхавендра Парипаде, мы должны сначала сначала я скажу о том, что Мадхавендра Парипад, он нишкинчан, самый первый нишкинчан, но
он настолько уникален, что даже во сне мы не можем представить его качество. Нишкинчан Бхава, она в нем, с Мадхавинда Пурипадом. Такая дойня, такая нишкинчан, чувство нишкинчана. Дойня значит, что такое точное определение дойни. Джива Госвами Пад говорит об этом. Дойня значит према. Если нет премы во всем сердце, дойни, она не может развиться. Какая дойня с санатаной, с рупой? У нас нет права но они были настолько смиренны, они не ходили даже по главным дорогам, ходили по каким-то второстепенным, чтобы никак не соприкоснуться с пандами, поскольку панды служат Джаганатху, если не прикоснуться к нам, это для них будет проблемно, и поэтому они никогда не ходили по главной дороге. Сможете ли вы так вести себя? Это естественно вести. Сможем. У нас они думали, что они не достойны входить в храм Джаганатха. Они думали о себе как о падших душах, и наша жизнь, она очень низка, мы общались с мусульманами, у нас нет права заходить внутрь храма Джаганатха, хотя они происходят из самой высокой брахманской семьи, Бхаратрадж Готри, Бхаратрадж Риши. И вот они из Бхаратрадж Готри Брахманов, это очень высокая брахманская семья, но все же они думали о себе как о недостойных, и это зовет дойня, поскольку пока прямо нет у вас, это дойня, она ложная дойня. А ложная дойня, она не может быть надолго. Нам, конечно, можно как-то пытаться подражать какое-то время, но в один день вообще ложная дойня, она сломается. И вот. So this kind of dhanna is only possible when prema is there. Такая дхания возможна только когда према присутствует. Иначе невозможно. И вот смотрите, Мадхавинда Пурипад, он нишкинчан. Почему? Почему Мадхавинда Пурипад нишкинчан? Поскольку его лотосные стопы Кришны была его единственная собственность. Если мы думаем, что лотосные стопы Шри Кришны — наша единственная собственность, то тогда им есть нишкинчан. И Кришна, он сам нишкинчан. Он говорит о себе так. Вот вы решили, что те, кто нишкинчан, они любят меня, поскольку я нишкинчан. Почему? Поскольку моя единственная собственность — это лотосные стопы Шри Мадхарани. Но это очень высокие вещи, их сложно понять. И вот Мадхавинда Пурипад, он самый первый нишкинчан. У него нет никакого желания что-то получить от этого общества. Он всегда занят совершением харинама, харикиртана. Он даже никогда не просит никакого посада ни от кого, Матхухари или Бикшу. А если кто-то приходит к нему и без, дают ему молоко, а он при этом ничего не спрашивает, если так случайно кто-то его видит и дает ему молоко, то тогда и только тогда он принимает, иначе нет. Подобно Шукадева Госвами, как Шукадева Госвами, он, у него было правило, он только в три дома заходил. Первый заходил, но ничего не говорил, просто стоял. Если его заметят, то могут чуть-чуть что-то дать, он может принять. Но если никто не приходил, он ничего не ел, постился. И также с Мадхавинда Пурипадом. Мадхавинда Пурипад никогда ничего никого не просил. Если молоко к нему приходило, так через кого-то случайно он принимал, если не приходило, то постился. И вот об этом Мадхавинда Пурипаде первый вопрос Шри Чайтанья Чаритамриты. Нитянанда Прабху говорит. И вот когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Пури, в Нилачал Дам,
Нитянанда был там. Поскольку Нитянанда сломал его Данду, вы помните об этом? Nitananda was there in the trip, and all other devotees also there. И все другие преданные тоже были. They're reaching, и вот они дошли до Кхирачхара Гопинатха. И этот Кхирачхара Гопинатха – это особое место. You can get three deities there, там three saints. Три божества. Три различных божеств. И вот Рамачандра когда пришел когда он из Дандакарани, когда дошел до этого места, и там, по просьбе Ситадеви он сделал стрелу какую-то. And that Kirchara Gopinath, how this kind of name, Kirchara Gopinath. Kirchara Gopinath, не расслышал, что там. Вот, а как имя Кхирачхара Гопинатхи произошло. Чоу значит во. И вот есть такая аштака, Ваджа Прасидхам Наванита Чоурам. И там говорится о том, что Кришна может сделать все для своих преданных. Кришна может сделать все. Как я могу дать вам пример. Судама Випро, очень бедный человек. То есть Кришна может делать все, например, например, Судама Випра. Судама Випра очень бедный, но он учился вместе с Кришной у Сандипани Муни в Гурукуле. И вот однажды Кришна сказал: «О, мой друг, я очень голоден сегодня, что делать?» Without asking, и вот, то есть, ну, там где-то жареный рис какой-то. Ты можешь пойти принести и накормить меня, но он сказал, что без позволения матери я не могу, но он сказал, что если ты меня любишь, то иди и принеси. Чола, точнее, это жареный горох был. И вот Кришна. И вот Судама пошел, принес этот горох для него. А потом Кришна еще нажаловался этой жене Сандипани, что вот он украл горох у тебя. А вот этот Судама очень возмущался, что как это ты меня сам послал за горохом, еще рассказал, что я его украл. Зачем ты это сделаешь? А Кришна сказал, что хочу проверить тебя, настолько ты... You cannot come to me. Насколько ты любишь меня, хотел проверить. If you can pass, then you can. Кришна он такой любит помещать нас всякие проблемы, всякие траблы. Кришна не может никого принять, не проверив. Нет ни единственного примера, что Кришна, не проверив, никого не принимает. Кришна очень умен. А Радхарани, она очень проста. И вот здесь, в Кхирачхара Гопинатхе, вы знаете историю с Мадхавендра Парипадом, когда Мадхавендра Парипад, он был полон любви, он ходил по Враджамандале. Он повторил Харинам, совершал Санкиртан, и так или иначе он пришел на берег Говинда Кунды, когда он совершал Говардхан Парикраму. Он сидел там после обеда на берегу Говинда Кунды. И вот вода Манаси Ганга и Говинда Кунды, вода, это особые кунды. Акаш Ганга, very nice. То есть это очень особое место, когда Кришна и Индра, они совершали абхишек после совершения оскорбления в течение 7 дней, был гром, молния, и когда Индра осознал, что он сам Парабрахма, Парат, Архилешвар, иначе как это возможно, 7 дней ночей я посылаю на него столько проблем, а он стоит и поднял Гавардхана свои мизинцы, Гавардхан подобен зонту. И когда он осознал свою ошибку, он пошел к Кришне просить прощения, что из-за своей гордости я
совершил ошибку. You know, и он вместе с Рабхи, с коровой Сурабхи. Пошел просить прощения, и потом они совершили Абхишеку, и вода Абхишеки, она находится в Говиндакунде, и эта вода очень особо, очень чистая. И вот на берегу Говиндакунды сидел Мадхавендра Парипад, совершал санкиртан, повторял святые имена. Ну, также он постился, и вот те враджамайя, то есть те враджакопи, они приходили набрать воду из Говиндакунды, и увидели, что один саду сидит, он сидит, повторяет, совершает санкиртан, ничего не просит. И вот так весь день Мадхавендра Парипад постился, но Кришна, он тогда принял решение, я должен пойти к нему. И Кришна пришел с горшком полным молока, очень прекрасным молоком. Он пришел к Мадхавендра Парипаду и спросил, а почему же ты постишься? О чем ты думаешь день и ночь? Почему ты не просишь никакого просада? И тогда он спрашивает, а как ты знаешь, что я пощусь, откуда? Ну, я не знаю на самом деле, вот тут матаджи проходили. Мне сказали, что вот возьми горшок молока и отнеси тому саду, который там сидит, вот поэтому я знаю. Ну, а ты кто такой? Ну, я вот тут жил в той деревне, я просто какой-то пастушок. И, пожалуйста, прими это молоко. И вот, когда он принял это молоко, Мадхавендра Парипад, он посмотрел, ну, настолько красив. Кришна, он все привлекающий. Имя Кришна, значит, он может привлечь всех. И вот Мадхавендра Парипад, он подумал, почему он настолько прекрасен, настолько... красив, но он принял молоко, ну, а скорее он сказал, что ты пей молоко, я потом приду, заберу этот горшок. И вот Мадхавендра Парипад, он выпил молоко, вымыл горшок и оставил его, и ждет, пока он придет. Но он, уже ночь наступила, он сидел на берегу Говиндакунды, совершал санкиртан и почувствовал, как-то слегка заснул. Так вздремал, задремал. И во сне Гопал пришел к нему, Гопал явился к нему во сне и сказал, что ты не мог узнать меня, я Гопал. Кто Гопал? Вот тот мальчик, который пришел к тебе с молоком. Это тот, я тот самый Гопал. Мое имя Шринанаджа. И на самом деле, меня установил Ваджранабха. И мусульмане, когда напали на это место, мои севаки, они испугались, убежали, а меня закопали в этом лесу, и я до сих пор нахожусь вот в том лесу, рядом с Гавадханом, он указал конкретное место, вот там можешь меня найти. И вот Мадхавендра Парипад, он проснулся и начал плакать. «О Господь, я не мог узнать Тебя, сам Кришна явился ко мне, сам Гопал, но я не смог узнать Тебя, какой позор». И он начал плакать. И после этого, когда Гопал дал ему наставление, что ты можешь выкопать меня из этого леса и начать поклоняться мне, поскольку я уже долгое время жду, когда Мадхавендра может прийти и начать служение мне. Это описывается в Чайтанья Чайтамрите. И вот Чайтанья Чайтамрите говорится, что я жду долгое время, когда ты придешь. And I like to get service from you. И я хочу получать служение от тебя. Смотрите, как
каково настроение Кришны. Посмотрите, каково настроение Кришны. Кришна хочет получать служение от Мадхвенды Парипада. И вот с утра Мадхвенды Парипад позвал всех Ваджавасию. Идите сюда, ваш Гупал. Синаджи, он находится здесь, в лесу. Вы должны помочь мне, и поэтому идите с всякими топорами, чтобы прорубить путь, поскольку это уже заросшие лес, нужны какие-то инструменты. И вот они пошли туда и так прорубили дорогу до того конкретного места, которое указал Гопал Шинаджи. И этот Гопал сейчас в Натхадваре находится. Он был на Гавардхане сначала, но потом опять мусульмане хотели напасть. И Гусайджи, сын Валабхачари, он up to Gujarat, I mean that, you know, Nathodwar. Забрал Гопала в Натхадвар. There. Синаджи out there. But previously, Синаджи was there. Но до этого Синаджи был там. Понимаете? И вот когда Чайтанья Махапрабху опять отправился получить даршан Вриндавана, то в то время Синаджи Гирирадж, Гонга Шинад Гопал, он был там, но так или иначе после этого он ушел в Гатхоли Грам. Там опять напали мусульмане и но они решили его на всякий случай переместить в другие места. Но это, кажется, проблема случилась с тремя главными божествами Гауди Сампрада, Говинда, Гопинат, Мадана Махан и Дамодар также. Только Вринда Деви явилась во сне царя, что я никуда не отправлюсь из Вриндавана, буду здесь, и поэтому та же самая Вибраха Вриндадеви находится в Камьяване, та же самая Виграха, она может дарвать вам прямо, если у вас есть должность, если вы готовы. То есть Вриндадеви, она никуда не уехала, ни в Джайпур, ни в Кароли, как Говинда и Гопинат. Джайпур, в Кароли, Мадана Махан перевезли его. Hello, they are staying in Jaipur. But actually, originally, their position was Govind was there originally here, you know. Govinda был в том, after that he was shifted to другом месте, потом в Камьяван его перевезли, потом опять. Hello, main mandir, there, red mandir, you can see, top roof broken by, you know, some Muslim. Но видно, что там мусульмане сломали крышу, ну, этого храма, ну, как чем-то они там сломали. Ну, они полностью не разрушили, испугались, но частично разрушили храм. И вот там непрерывно Previously. А раньше там горел из 2,5 тонн ги. И мусульманский царь, он как-то заметил, что там горит такой огонь издалека, но спросил, в чем проблема, и сказали, что это храм вайшнавский. Pradeep, you know? И, ну, Pradeep. В общем, царь решил его разрушить. А до этого там было много отопленного масла на этот, ну, на то, чтобы горела лампада. Но так или иначе, что я хочу сказать, то, что Мадхвенда Парипад позвал всех в Раджаваси, сказал о том видении, которое увидел во сне. И сказал, чтобы они помогали ему, и они нашли Гопала, он был покрыт пылью, глиной, он долгое время находился там. И Гопал опять явился к нему во сне и сказал, что я страдаю долгое время.
too hot, too cold. Очень жарко или очень холодно, я нахожусь здесь, нет никого, кто бы позаботился обо мне. Это прямо Гопала. Смотрите, это сам Верховный Господь. Он может поддерживать бесконечное число Брахман Вселенной. Но он же говорит, что я в этом лесу нахожусь уже долгое время, никто не заботится обо мне. С холодной зимой, жарким летом я здесь страдаю от жары и холода. И поэтому забери меня из этого леса и помести меня на верх. Говардхана. И тогда Раджаваси, они очень активно они начали помогать. Они вытащили Гопала из леса, очистили его и поместили на верх Говардхана. Соорудили какой-то временный храм, а потом какой-то богатый человек построил такой более-менее постоянный храм. И Мадхавендра Пурипад, он омыл это божество, и после этого была большая абхишека. Брихат абхишека. То есть сначала была маленькая, потом большая пищека из тонны ги, тонны молока, йогурта и прочего предлагали Гопалу воду с Говинда Кунды. Вот в Говинда Кунде прибывают воды со всех священных рек. Потом они умастили его тело сандалом, чтобы Гопал чувствовал себя комфортно. They wishing everything done. Then Madhavendra Puripad arranging, you know, Annakut. Annakut. Annakut значит. Actually, meaning of Annakut is значение Annakuta таково. Кут значит гора. Не гора, холм. Hills of rice. То есть холм. Холмы риса буквально значит. Но это такое слишком грубое значение, а более тонкое значение. Что Анакут значит большое служение для Гопала. Чапанабху 56 различных видов подношений, даже больше готовили для него. Это Джагнатху 56 подношений готовят каждый день. И во Вриндаване тоже много раз можно заметить, готовят 56 различных видов. One time, Prabhupada was arranging 108 types of items. Организовал 108 подношений в Бхагавад-гите Матхи в Калькутте. In old papers, I saw. Я видел в старых газетах, что весь Натхмандир уставлен Богом и подношением для Господа. Было 108 видов различных блюд. И таким образом Мадхавендра Пурипад он так организовал много различных подношений. Many different items. After that, пури, лучи, ну, в общем, Махарадж перечисляет, что готовили, и после этого все предложили Гопалу. И Мадхавендра Пурипад видит, что Гопал настолько голоден, что все быстро съел, но только Мадхавендра Пурипад мог видеть это, но никто не видел, кроме него. Читание Чайтамрити описывает, что Гопал принял весь просад, он был очень голоден, но это видел только Мадхавендра Пурипад, но в то же самое время, когда когда Гопал принимал просад, этот просад оставался в том же количестве, это сиддханта. Хотя Гопал съел весь просад, но количество просада не уменьшилось. Почему? Опять же, мы должны вернуться к Упанишадам. Вот к этой шлоке. There is in Gopal. It's a purna vastu. You have no conception of purna. Вы не понимаете, что такое пурна васту. Вы совершаете баджан. Out of my love and affection, I'm bound to speak this thing. Я хочу сказать вам, что вы совершаете Кришна Баджан, но у вас нет представления о бесконечности, о пурна, о понятии пурна. Нет у вас такой идеи в уме. То есть вы думаете о какой-то ограниченной концепции, и это главная болезнь.
That is the main disease we think. Главная ваша болезнь, что мы не представляем, что такое бесконечное, что такое пурна. Пурна значит то, в чем нет никакого недостатка. Пурна means there is no deficit. То есть пурна это... There cannot be a deficit, because it's a пурна. Пурна means... В чем нет абсолютно никакого недостатка. Например, у вас есть... 10 литров молока. Если 1 литр выпить или кому-то отдать, то 9 литров останется. Это сдается материальный мир. Это подсчет материального мира. Но это не тот случай с трансцендентным миром. В трансцендентном мире, если Говардхан явился в этом материальном мире, но на Голоку Вриндаване, в том изначальном месте, Говардхан, он также останется. И вот из-за Голоки, из этой центральной точки, Говардхан находится там. Если Говардхан явится здесь, то там он тоже будет. То есть нельзя думать, что Говардхан явился здесь, а там пропал. Как это понять? Вы должны совершать баджан, повторять харинам, и осознание придет к вам. То есть на этом пути не может быть никаких споров, никаких аргументов. Когда в Раса-лиле Кришна распространил себя в 16108 форм, даже больше там было 100 кров гопи, и Кришны было тоже столько же экспансии. И тогда можно сказать, что какой тут настоящий Кришна, какой не настоящий. Это оскорбление. Все Кришны там настоящие, как, например, Кардама Риши, когда хотел показать какой-то фокус с Девахути. Кардама Риши, он явил себя в несколько экспансий. И Шабари Риши. Шабари Риши, он тоже явил себя в несколько экспансий. Но их экспансии, но когда Шабари Риши хотел, ну, явил себя в 50 экспансий, это не то, что сделал Кришна. Понимаете? То есть любой йоги, ну, любой такой серьезный йоги может показать такую, ну, распространение себя в разных экспансиях. То есть он может быть в одном месте и в другом. Он может войти в ваше сердце, в ваше тело. Шанкарачарья, например. Не хочу об этом говорить, времени мало, но так или иначе Шанкарачарья, он, когда оставил тело, он вошел в сердце царя, чтобы узнать, что такое семейная жизнь. И тогда Шарада Деви пришла. Нет, ты, выходи, уходи. Но Шанкарачарья сказал, что я хотел узнать, что такое семейная жизнь, и поэтому я вошел в это тело. Но Кришна, когда распространяет себя в сотни миллионов экспансий, но каждый Кришна, он и есть тот изначальный Кришна. И когда Кришна в Двараке, когда была свадьба Кришны, одновременно, их было очень много, тысячи было свадеб Кришны. И когда Кришна вошел в Дваракапури, а когда Нарада, точнее, вошел в Дваракапури, Нарада сошел с ума. Он пришел в дом Рукмини, смотрит. Идет в дом Калинди, Сатьябхамы, смотрит, Кришна везде, занят разными делами просто. И вот таким образом, и вот Нарада был очень удивлен, что такое везде Кришна. Кришна, он такой бесконечный, и вот Мадхавендра Пурипат, он поклонялся. После того, как Гопал принял прасад, он начал раздавать прасад. Я еще хотел сказать, что пурна, концепция пурна, только по милости садгуру можно осознать это должным образом. Если в моей жизни я обрету садгуру, только садгуру может объяснить мне
концепцию, идею вечного мира, поскольку без садгуру это чувство мы не можем обрести. То есть концепция, идея полного мира мы не можем обрести. Те, кто изучают высшую математику, calculus, this, that, dynamics they are doing. Calculus you can find sometime while you are doing mathematics, that tends to zero, tends to infinity, you know? То есть в математике есть такое понятие, как по-русски сказать. Tends to zero, tends to infinity, these kinds of concepts. But those professors, those who are doing tends to zero, tends to infinity, if you practically ask them, you are doing mathematics, but have you any direct a feeling about this? Well, I cannot say, but I know this is a system. Математике понятие бесконечности и нуля. Даже профессора не могут практически объяснить, что и что. Только саду по милости Нитянанды, а Нитянанда — это сама бесконечность Ананта. Вот в этой штуке говорится, что Господь Хари бесконечен, Его деяния, Его форма, она тоже бесконечна. When Gopal touching, it is transcendental. И вот это когда Гопал прикоснулся к этим подношениям, этот прасад тоже стал бесконечным. Перед тем, как принять прасад, вы читаете вот этот киртан. И вот если верите, что это прасад, прасад, он трансцендентен, и Гопал принимает, но когда Гопал прикоснулся к этому, если он съел этот просад, то количество просада не уменьшилось, хотя Гопал все съел. И после этого, смотрите, Мадхавенда Пурипат, он нишкинчан, самый нишкинчан. Но все же, чтобы принести удовлетворение Кришне, он начал принимать учеников. Хотя он никогда никого не принимал ученики. И вот он так принял, дал несколько посвящений, организовал служение Гопалу. И вот Раджаваси, они каждый день приходили и организовали большой праздник Анакут. Но главное Анакут, мы тоже отмечаем этот Анакут. Но потом Гопал явился к Мадхавенде Пури и сказал, что мое тело горит. Я долгое время был там. Я жду с конца Двапара Юги уже достаточно давно. Конечно, иногда мне... From Dapurji Seva was there. То есть ему служили два паюги, но так или иначе, однажды они ушли, оставили Гопала и ушли. И вот Гопал опять явился к Мадхавенде Пури и сказал: «Мадхав, мое тело горит, долгое время я был обнажен, без всякой, страдал от солнечного света, солнечного жара и прочего. Ты должен принести мне чандан сандал». Очень такой хороший чандан. Он на юге есть, если ты пойдешь, принесешь этот чандан, истерешь его. И мне мое тело охладится, и, пожалуйста, не занимай никого в этом, а иди сам принести. И вот Мадхавенда Пурипат сказал, что так, я иду за чанданом, чтобы предложить его Гопалу, а вы должны сделать все остальное. И в то же самое время 10 тысяч коров пришло. One cow. Now come on, Madhavendra Puri Bhai Niskinchan number one. Now he is having 10,000 cows, this temple, this disciple, so big arrangement. So what is the Siddhanta? Так вот, накопилось у него 10 тысяч коров. Но Мадхавенда Пурипат, который из Нишкинчана, у него появились ученики. Коровы и все остальное для служения. Антарвай Джади Hari,
If Gopal is getting satisfied, если Гопал доволен, if he's going to getting satisfaction from you, нами, then what kind of Asturian finances you can like you like to prove in front of this society? Ну зачем тогда нам совершать какие-то аскезы? What value? Какое значение от этих аскез, если Господь доволен нами? If Gopal is not satisfied, Gopal you can недоволен, tell one time milk in a day, you can можно принимать раз в день молоко или что-то, но Ганга Махапрабху говорит, ну, случай с тем брахмачарьей, что ты что думаешь, что есть будешь, если просто пить молоко, ты обретешь меня. Вот Шукла Брахмачарья. Что ты думаешь, что если ты пьешь молоко раз в день, ты можешь достичь меня? Нет, это не так. Пойо пане море нахи пае. You don't think that you are drinking milk, you are swaying with Brick Brahmachari Bhisana, you are thinking you are elevated, so you can get me. С помощью только питья молока или брахмачари ты сможешь достичь меня, нет, это main не так. Way главное, is to render actual service under совершать настоящее служение под руководством Гуру Вайшнав. If I myself doing seva under the guidance of Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, all people of this world can speak all rubbish against me. Все люди могут говорить всякую ерунду обо мне, но что, как это касается меня? If actually my Guru Maharaj is satisfied with me, доволен мною, taking service from me, если он принимает служение обо мне, то, то есть, а все остальное, что говорят обо мне, я об этом совершенно не парюсь. If Guru Maharaj is satisfied, если Гурудев доволен мною, то Нитянанда доволен мною. Если Нитянанда доволен, Гауранга доволен. Смотрите, это такова система. So, actually, и вот, Krishna is satisfied, then Madhavendra, with Madhavendra Puripal, Haribai, если Haribam Sankirtan, Кришна доволен, то это Haridas достаточно. What seva he is doing? Как, например, Харидас Такур, что он делает? What seva doing? Какое служение делает Харидас Такур? Харидас Такур only. Харидас Такур, у него было Туласи, он сидел, повторял Трилака Харинама и все. Поскольку Нама Сева это полная Сева. Нама Сева это полное служение, но находясь в вашем положении, это невозможно осознать. Поскольку внутри Нама Сева вся парикрама, все служение, готовка даже и прочее, все находится там. Если у вас есть та сила, что через Харинам вы можете совершать служение в уме, как, например, Санатана Госвами. Такой пример был с Южной Индии, очень бедный браман, он услышал, что если Кришне служит в уме, то Кришна будет доволен, поскольку Кришна не принимает никакие. Во Ваграхе Джанардан, согласно Даштаке, он услышал, что Кришна принимает не какие-то материальные подношения, а чувства. You are giving screen to Krishna, throwing подношение oh, really? Кришне. I made a mistake. Вот Krishna laughing. Пример с Видурани, что она. I am not taking banana. I am not taking screen. I am only interested about Prema. Шкурками бананов, а бананов выкидывала. Кришна на это сказал, что я не принимаю ни бананы, ни шкурки от бананов. А я понимаю чувства, с которыми мне это все предлагают. Вот Паваграхи Джанардан. Can you give your heart? Кришна, он принимает ваше сердце. You cannot give ли вы your heart, дать ваше сердце Кришне, если не можете дать Кришне свое сердце, то зачем вы пришли в эту Гауди Сампрадая? Мы находимся в наставнической принципе Мадхавиды Парипады, и ваше сердце оно должно соприкасаться с Анандадевом, и в нем должно быть достаточно места для Джаганатха, для Нанданандана Шри Кришна. Если в вашем сердце нет места, то как вы сможете совершать баджан? И вот Мадхавиды Парипад, по желанию Гопала, он принял все. 10 тысяч коров, так много учеников. Нароттама Такур, Синиваса Чари, Нишкинчан, самый главный, первый Нишкинчан. Но так или иначе, по милости, по желанию Гуранги, они принимали тысячи учеников. They are making thousands of disciples, but one point is there. Но суть в том, они принимали учеников. And that time,
и даровали им божественное знание. Но те, кто приходили в то время, они принимали их, но сейчас вопрос качества не поднимается, и поэтому так много проблем возникает в нашем обществе. Вы должны помнить, что качество и количество не могут быть одновременно. Если вы хотите принести в жертву качество, то есть если вы гонитесь за количеством, то качество будет страдать. А если за качеством, то количество будет мало. Но сила народа Дастакура Шриниваса-ачарьи, они были очень могущественны. Whereas it is prohibited. Хотя это запрещено. Without testing, you cannot make any disciple. It is written there in Hari Bhakti. В Хари Бхакти Виласе говорится, не проверив, нельзя принимать учеников. Хотя кто-то может спросить. Йогота бичаре кичу нахи пай тумара куруна саддекен. Но вот эту строку из киртана не могут привести в качестве доказательства, что да. I also doing this kirtan, but one point he would like to pass away. What's that? Мы пойдем этот киртан, но... But what about your surrender, submission? Ну, в этом киртане мы упустили наше... You like to speak this point. Первые строки. Сначала нужно предаться полностью, и потом уже это последует. But one point is the vital. You miss this point. Главное, в этом киртане мы упустили, что есть наше самопредание. If there is no quality было или не было, если нет качества... Вас. Садгуру can accept то есть это пойдет, Садгуру может принять вас. Как, например, сначала я говорил о Джавал Саттякаме, то есть было главное у него качество. Он был искрен и говорил правду. То есть его сердце, его речь, они были параллельны, и тогда вы сможете получить милость вайшнавов, иначе нет. Вот антара бахира сама вибхара, это значит, что ваши дела и мысли должны быть параллельны, иначе вы можете совершать баджан тысячи лет, но Нитянада не позволит вам стать успешным, достичь успеха. Это очень-очень важно. Karuna can come and make you give you quality. Милость может прийти к вам и дать, сделать достойными автоматически, но ваше самопредание должно быть стопроцентным. И вот сейчас суть в том, что Мадхавендра Парипад, по милости, по желанию Кришны, он был вынужден принять все богатство, которое пришло к нему. И однажды один богатый человек построил для него большой храм там, на Говардхане. Очень много служения. И после этого Мадхавендра Парипад занял двух браманов в служении Гопалу и сам отправился за сандалом. Jagannath Puri. Jagannath Puri onward, southern part, there you have one forest. There is very special Malaya Chandan. Malaya Chandan, Malaya Desh, very special place where this kind of Chandan is available. Which one drop of Chandan, one drop. И этот сандал очень уникален. One very small drop of Chandan этого сандала, если вы. Whole day you can pull down. Нанесете на. You can use. На себя то. Ваше тело, оно охладится на весь день. I think 5,000-10,000 rupees you cannot get that Chandan. Impossible. This part Chandan. То есть это очень дорогой чандан и очень эффективный. Даже просто каплю, если между бровей нанести, то ваше тело, но охладится на весь день. Вот такой хороший чандан. И вот Мадхавендра Парипад отправился туда, и по дороге он был вынужден получить даршан, поскольку ночь была, эти саду, они уже отдыхали. And he saw Kirchara Gopinath. At that time, Kirchara Gopinath was not their name, was later Kirchara Gopinath. First it was Gopinath. Then taking darshan up. И он пришел туда, получил даршан. Арти даршан, dancing and doing, you know, kirtan. Совершал киртан. After that, he saw
a special kind of kira. Kira, special kind of kira. They are flying. Hey, they give in front of Gopal Boga. Then what is вот what kind of увидел, you know, какой-то nice особый сладкий рис предлагает Гопалу, и он подумал, что интересно, какой прекрасный просад прекрасные подношения предлагают ему, и если бы я попробовал эти подношения, то я мог бы предлагать Гопалу на Говардхане. Только подумал об этом, ошибки в этом нет, но Мадхавинода Парипад подумал, что же я подумал. Я хочу получить вкус этого кира, очень плохо, я настолько вожделен, у меня нет права находиться в этом храме. Я должен уйти. И я так настолько вожделен, я думаю, так плохо. И вот Мадхавинода Парипад отправился с этого храма, пришел в деревню, там сидел и повторял. The night time after Kira Boga everything over, the pujari he cleans Boga, the taking all Boga out and clean the floor. То есть выносил просад из Гопинатха. Going outside, taking rest. The night time. Он, в общем, все вынес и пошел спать. He's just feeling sleepy, и вот так он заснул. Then, и тогда Гопинатх явился к нему во сне и сказал, что «Стой, стой, стой!» «Как вставай?» И смотри, один предан, его зовут Мадхавинода Пури. Я, смотри, под моей одеждой спрятал для него горшок кхира. И ты, по моей мане, не заметил, что горшков не хватает, как я все же вынес, нет, можете идти и проверить. И вот он опять пошел, открыл храм, и он увидел Кира под одеждой Гопинатха. Гопинатх очень умен, и вот с этим Киром он... Then, в общем, закрыл храм, попросил прощения у Господа и пошел на рынок и начал кричать: «О, Мадхавинода, где же Мадхавинода? Ты очень удачлив, сам Гопинатх украл кир для тебя, я хочу увидеть тебя». Он ходил, кричал. You are so lucky, Gopinath. Ты очень удачлив, сам Гопинатх украл кир для тебя. Я хочу увидеть тебя. Then giving this kira, being posted on the mountain. Отдал ему этот кир, предложил себя, спросил как поклон и ушел. И вот Мадхавинода Парипад, когда принял этот кир, сладкий рис, он начал плакать от переполняющих его чувств. О, Кришна, о Гопинатх, ты настолько милостив. After taking kira, и вот после того, как он принял кира, он помыл это место, putting in this cloth, putting, oh, you know, mud pot, putting him. Every day, Madhavendra Prabhu was taking this mud pot, one chip, and coming prema. И вот и потом Мадхавинода Парипад каждый день. Every day. Ел чистишку. After taking kira, that pot he wash and take, cross and put inside his, you know, cloth. Every day one chip. One particle thing. И каждый день он принимал prema. Крошку с этого крошка. И вот Мадхавинода Парипад, он решил, что Гопинатх пришел к нему во сне, то, что Прабхупада все будут знать, что я... We can catch his lotus feet. Everybody can come to me. I must fly it now. Украл кир для меня, и поэтому мне будут выражать много почести и уважения. А мне это не нужно. They can give garland, worship me. It's very bad. I must fly now. Morning time, 3:30, maybe before 4. С утра до 4 часов он ушел из этого города. Никто не мог видеть, где же он. Nobody can see. Madhavendra had gone. Then after walking, going to Nilachal Dham, in front of our panda, main panda, giving permission. This is the situation. И вот перед пандами, главным пандой, он был такой, рассказал, что случилось, что Гопал пришел к нему во сне, иначе... И просит Чандан. И вот кто-то из них имели связь
Гопал, царем Пури. Синаджи manifest. Вот. Very nice. King saying, okay, we can help him. И вот царь решил помочь ему и сказал, что нужно. Нужно малайский чандан, сколько нужно. Вот столько нужно. All Malayalam chandan and Karpur, Karpur, you know, Kampur. Камфора еще нужно было чистая камфора и Мадуина Пурипат. Он a big packet. Он это все запаковал. Old man cannot walk. И подумал, как сейчас все нести. But still, so energy is there. Но, нет, сначала но он был очень пожилой, и несмотря на то, что было очень много сандала, но у него был великий энтузиазм. You know, heavy luggage. То есть, if I give you, то есть никто не согласится его вести, он очень тяжел. Но Мадхавендра Парипат он не мог даже посчитать. Что же делать? Again, here up to Кришчура Гопина, because some in night time he need to take rest there. Ну, вот, then those devotees they are all dancing через Кришчура Гопина, они увидели его, начали танцевать, они угостили Кхирам его, и после этого Мадхавендра Пурипат, again sleeping night time, some rest, some little rest, and again Гопинатха came in dream. И Гопинатх опять явился к нему во сне и сказал: «О, Мадхавендра, ты так много энергии посвящаешь мне, так много служишь, столько энтузиазма у тебя, ты организовал чандан, камфа и прочее для меня, я все получил». И вот и на самом деле тебе не нужно идти так далеко до Говардхана, поскольку здесь мое тело и тело Гопинатха не отличное друг от друга, поверь мне. Я Гопинат, я тоже Гопал. И ты можешь предложить этот чандан и камфу мне. И тогда там в Вараджи мое тело охладится. Madhavendra were morning time speaking in front of all devotees, those serving Gopinath. They took decision, well, it's very right. Madhavendra was saying, can we engage two or four Brahman boy or Vaishnav to rough chandan? I can pay salary for them, Olma, after the last moment. They can go on rubbing. So 21. И вот это нужно было делать на протяжении 21 дня, непрерывно. Чандан предлагает Господу, и даже сегодняшний день можно отправиться в Вриндаван, в Шьямасундар Мандир, перед Чандан Ятра. Перед Чандан Ятра за 15 дней они уже труд Чандан и предлагают Господу. Это называется Чандан Ятра. 21 день Чандан Ятры. В каждом городе Матхи должны следовать Чандан Ятры, поскольку мы находимся в преемственности Мадхавендра Парипада. И таким образом мы получили Аннакут Утсав. Мы получили Чандан Ятра Утсав. Now actually, и вот суть в том, что кто-то говорит, I also went there many times, but there actually we can see the я samadhi of Madhavendra Paripada. I put a question in front of Seva. Actually, he is saying that here Madhavendra Paripada, out of love and big love, after that being Sankirtan, he is staying some days after leaving body here. That's why near Kirchura Gopinath вот, you can find the Kirchura Gopinath, там можно найти самадхи Мадхавендра Парипада. Now the main point и is there. Главное, now I need to discuss главное, main point. О чем, now о том, что я хочу I'm сказать. Giving some и сейчас я просто привожу какие-то исторические и духовные какие-то свидетельства. И сейчас мы доходим до главного. Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит. This shloka, if any Gauriya, что это шлока, если любой Гаурия, if you cannot touch the heart of Madhavendra Paripada, I mean this feeling not coming, Prabhupada speaking until unless this kind of feeling not coming inside your heart, touching your heart, you are not actually Gauriya. It's a must. Это должно быть. It's a must. Это должно all случиться. Вся наша гуруварга, смотрите. All our guru varga having this kind у of feeling. У них есть это чувство. Somehow they are expressing так this kind of feeling. Так или иначе, они выражают это чувство.
Prabhupada wanted to hear Sri Rupamanjaripada Jarpado Sampada Jardhano Sampada Sejane Bhokati Rasa Sa. This song. This way. Or within the Ardhanad Mathura Narkadabra Kasihida and Tadroku Katram Dhaita Brahman Karamiyaha. This way. Anyway. И вот так или иначе. You are bound to come in this line of Raganuga Bhajan. Вынужден you don't know, man. Пойти на путь Рагануга Бхаджана, если вы узнаете цель, которой нужно идти, вы садитесь на ума. Если вы будете знать цель, которую установил для нас Шри Чайтанья Махапрабху, туда, куда мы должны достичь, и в каком положении мы находимся, это очень высоко и очень печально. Как высоко нам нужно достичь и где находимся мы сейчас, это очень печально. Что мы находимся в таком положении. И вот перед тем, как начать эту шлоку, я сказал, эта шлока изначально была произнесена Шримати Радхарани, это чувство, оно явилось в Радхарани, и по милости Радхарани оно явилось на устах Мадхавенды Пурипады. И мы очень удачливы, что получаем это. И вот Мадхавенда Пурипад, он сокрушается, он горюет о том, а вот почему он говорит Матхуранатху, поскольку мы другие, мы никогда не поклоняемся Матхуранатху, мы поклоняемся только. Арадда Бхагавана Ваджазастанаяста Дхяма Бриндаванам Рамма Качиду Васана Браджупаде Варгена Джакальпита Симад Бхагаватам Прамана Маманам Према Пумартху Махана Си Чайтанна Махапабхур Матам Идам Татрагранам. This is the, syllabus of Gaudiya syllabus. Это девиз. Это девиз. Gaudiya mantra. Девиз Гауди. You will have to follow ultimately. И мы должны следовать ему. So now point is that why Madhavendra Purihat говорит Матхуана. Whereas we are going to worship поклоняемся Нанда Ниши Кришне. Вот это. Арадхио. To be worshipped. То поклоняемому. Наш баджан таков, Нанда Шри Кришна, мы должны поклоняться. Вы знаете, это слово, эти слова изначально произнесены Шримати Радхарани, и выражение ее любви, глубокого чувства разлуки, что ты ушел в Матхуру. Мы очень... Poor lady. Очень бедные женщины, мы не образованы. So there in Mathura, и там, в Матхуре, очень такие образованные женщины, мы эти те гопи могут служить тебе лучшим образом. А у нас нет возможности служить таким so образом. И, может быть, поэтому there. Ты ушел туда. So we have, this way is crying. И вот они плачут с такими словами. Радхарани плачет. Now you going to Mathura. You are Mathurana. То есть Матхурана. You are not going to give us opportunity to give такое сложное service. Слово. То есть ты ушел в Матхуру, не даешь нам возможность служить тебе. Может быть, есть кто-то более достойный, кто может лучше служить тебе. А мы просто простые женщины. Разве это так? Радхарани и гопи, они не образованные. У них нет знаний. Разве это так? Coward ladies. Просто какие-то пастушки, но почему, и как они говорят, если у них нет знания о Сиддханте, о Таттва Сиддханте, как они говорят такие великие вещи в Гопи-гите. Гопика Нандано Бхаван Акхила Дехина Антаратми. If Gopika, they are not educated, then how they are speaking? They are not educated. То, как они говорят, такие великие стихи, великие шлоки. Радхарани – это изначальный Сарасвати. Все Лакшми Сарасвати, они находятся, покоятся в лотосных стоп Шримати Радхарани. Кто сказал, что они не образованы?
Whereas Radharani teaching Krishna, Радхарани учит Кришну, dance this way, что is wrong. Танцует то так вот, а это неправильно, ты танцуешь. Рупа Госвами говорит, where is Krishna, Gopi? Вот одна Саки спрашивает, где Кришна? Кришна в лесу, что он делает? А он учится танцевать, а у кого? У Радхарани. Радхарани учит его танцевать должным образом. Смотрите, the teacher of Krishna, кто сам учитель Кришны, это Радхарани. Как можно сказать, что она необразованная? Что она учит самого Кришна, кто есть гуру всех. Сарасвати, кто такая Сарасвати? И вот смотрите. Мадхавендра Пурипад speaking this way, говорит, why? Почему? This way, because this is a deep feeling of deep feeling of separation. Разлуки. You gone to Mathura. Он отправился. We are helpless. We have no right to serve you because maybe we are not qualified to serve. Служить тебе, поскольку мы недостойны. Поэтому нice service, чтобы принять более такое тонкое, утонченное служение от тех гопи, которые там живут, может быть. Но когда мы сможем увидеть твои лотосные стопы? Поскольку мы практически умираем. Радхарани говорит. Many times in Vidyavati Gita, Chandidas, Chaitanya Mahaprabhu used to get that kind of feeling of Radharani. Same thing. They're speaking actually that we are going to die, Krishna. There is no way that we can live, but still we are living. Хотим умереть, но then why you are мы living? Живем, а почему you say, же мы without живем, поскольку без you, тебя we are almost dead boy. Мы практически мертвенно живем, почему Радхарани отвечает, если Кришна узнает, что Радхарани умерла, то Кришна тоже умрет, и чтобы спасти его, мы поддерживаем жизнь. Вы не можете представить того великого чувства, что гопи говорят, что они практически мертвы, но мы не умираем. Почему? Почему не умираем? Поскольку если мы умрем, если Кришна услышит об этом, то Кришна, он тоже может умереть. Наше тело, оно для полного удовлетворения Шри Кришны. Кришна может находиться где угодно. Но мы очень довольны. Если мы счастливы тем, что Кришна счастлив. This is the topmost, you know, feeling of love. If Krishna embraces me or throw me out, go! Самое великое выражение любви, если Кришна обнимет нас или оставит, мы все же довольны тем, что Кришна доволен. У нас нет никакого отдельного желания от Кришны. Если у вас есть это чувство, тогда вы сможете осознать бхаву, чувство разлуки. Сегодня, если вы получите полную милость Мадхавендра Пурипады, тогда будьте уверены, сегодня или завтра вы сможете осознать это чувство разлуки. Мы теряем Кришну. Горкишвардас Бабаджи Махарадж говорит перед так называемыми преданными. He is from Santipur. Он из Шантипура, Джайвадхама. Но тема Гоу-Кишодас Бабаджи Махарадж, она другая. Джайвадхама можно найти эту тему, что однажды Гоу-Кишодас Бабаджи Махарадж спрашивал одного преданного. Гоу-Кишодас Бабаджи Махарадж говорит, откуда ты пришел из Шантипура? Зачем? Чтобы на Навадвипу приехал, чтобы совершать баджан. Ты один или с женой? От жены приехал или один приехал? Но он сказал, что я с женой приехал. Yes. You are staying your wife? We're staying with your wife?
No, actually, ну, как бы у нас стала семейная like жизнь, с женой не живу, но хочу с ванапрастхой следовать. Моя жена вот тут по соседству живет, баджан совершаем, well, вот так вот. Actually, она спрашивает, ну, а что насчет еды? Еды? Actually, просада, что вы едите? Ну, моя жена мне готовит. My wife cooking. Ну, то есть моя жена готовит мне, а сегодня что-то ел. Бегун, бринджал, фрайд бринджал. Жареные эти баклажаны. And мунгер дал. И мунг дал. Nice person. Oh, then you have not taken ванапрастха. И тогда он сказал, что ты не принял ванапрастху, ты просто общаешься со своей женой. Нет, я с женой общаюсь, моя жена в соседней комнате живет. Нет, ты все равно через это... You're taking nice как через готов, но через принимая то, что готовит твоя жена, ты так общаешься с своей женой, поэтому не можешь совершать баджан. Кришна потерян. То есть, если у вас есть чувство разлуки с Кришной, и сейчас наша жизнь посвящена служению, наша жизнь, она посвящена чему? Наша жизнь посвящена поиску Кришны. В Гопи-гите описывается это, но это очень высоко, эти гопи, они ищут Кришну везде, о Кришна, где же ты? Это описывается там, в Бхагаватам. У вас нет права слышать об этом сейчас, но какой-то... Ну, какой-то шлок я могу привести. Вот они. Ищут Кришну, ходя с одного леса в другой лес. И где же Кришна? Куда же ты ушел? Whole night in forest they are searching Krishna. If they meet one see deer. Они встречаются с каким-то оленем, они спрашивают, что твои глаза полны слез. Может быть, ты видел Кришну от Туласи? Видела ли ты Туласи, поскольку ты Туласи, твое тело полно премы? О, Малика, о, Малати, увидели ли вы Кришну? Они спрашивают у этих растений. Свидели ли они Кришну, поскольку мы видим ваше тело, но ну, показывает то, что вы видели Кришну. И в Раджавасе они поют таким образом. Те, кто в Раджагопе, они плачут. И в Раджавасе они прекрасные киртаны поют на эту тему. О, Ганашьям, куда же мы можем пойти, где можем найти твое общение? Это... Ну, так красивые киртаны написаны в Раджавасе, и вот... Мадхавенда Пурипад. Шрила Прабхупад говорит, если вы не получаете этого чувства от Мадхавенда Пурипада, то сегодня разве вы соблюдаете день ухода Мадхавенда Пурипада? Что это? День ухода или день явления? Оно не отличное, поскольку наши встречи и разлука, они в каком-то плане не отличны друг от друга. Сегодня день ухода Мадхавенда Пурипада или день явления Мадхавенда Пурипада. Что это? Шрила Прабхупад говорит, все говорят, что сегодня день ухода моего Гурудева. Но я чувствую, что сегодня день явления моего Гурудева. Я нахожу лотосные стопы Гурудева вечно в моем сердце, и поэтому сегодня день явления Гурудева в моем сердце, вечный день явления. So appearance and и день ухода и день
That is why we go here. Явление Вайшнавов, они не отличные. Поэтому в Гаудия Матхи говорят Вираха Махотсав Ки Джая. Почему? Вираха — это разлука, а Махотсав — значит, это праздник наслаждения. А что же наслаждение от разлуки? Это как бы Гурудев ушел, мы как бы опечалены. А почему Махотсав? Почему праздник в честь ухода? То есть Вираха и Милан, то есть разлука и встреча не одновременно. И поэтому мы должны следовать Мадхавендра Пури Пада, это очень долгая тема, но времени мало. Я хочу сказать еще что-то, но времени кончилось. Но времени не хватает, и постепенно так можно обсуждать. Actually, one point I would like to clarify. Еще хочу прояснить с прежнего дня. That Prakashananda. Prakashananda и Prabodhananda Sarasvati. Вы должны помнить. You must add this point there. Yesterday. Very vital point. Somebody putting question in front of me. Спрашивает меня. Maharaj, how is that possible? Как это возможно? When? Когда? That Prabodhananda Sarasvati принял саньяс. Why he is going почему to stay there? Maybe he saniyas is from. Где-то жил. You know, Sri Sampada. А может быть, у саньяс из Шри Сампрадаи, но почему он жил в Шрирангаме? Where is his house? Is хотя there его in дом в Шрирангаме, он не должен жить в Шрирангаме, поскольку его дом там. Этот вопрос такой спрашивают. Махарадж, как это возможно, что он жил в своем родном городе, он должен уйти оттуда. Саньяс принял, я сказал. Я же, смотрите, Шрирангам это просто Вайкунтха. Нет, это проявление Вайкунтхи. Если ваш дом на Вайкунтхе, в Шрирангаме, после того, как вы приняли саньяс, если вы не привязаны к дому, вам не нужно там, не обязательно уходить, поскольку это кшетра. Кто? То есть много саньяси во Вриндаване, я могу показать вам. Их предыдущий дом, они во Вриндаване были. Они приняли саньясу и пошли жить в Говардхане на Награме, но в Раджатрам, Вриндаван, там они не оставляют. Этот вопрос, я должен ответить, поскольку кто-то спрашивает у меня часто, поскольку такого правила, после того, как вы приняли саньяс, вы не должны жить в вашем, в вашем месте, где вы родились, в вашем родном городе, чтобы не встречаться с родственниками и прочее, но он освобожденная душа. И Прабхупада Сарасвати, если ходил, может быть, в свой предыдущий дом, он шел в свой предыдущий дом только для того, чтобы встретиться с Шри Чайтаньей Махапрабху, поскольку это сам изначальный Верховный Господь. А для чего, собственно, мы приняли саньясу? Чтобы достичь Верховного Господа. Если Верховный Господь пришел к вам домой, то это, не будет нарушением вашей саньясы, поскольку сам Шри Чайтанья Махапрабху, сам изначальный Верховный Господь, кто дарует прему, кто же откажется от этого, от такой возможности. То есть это только единственная причина. А завтра я могу говорить о Дхамме, о Гора Лили. So this up to this point I discussed. If you have any questions, you can вопросы, можно спросить. If you have any question, you go on doing bhajan. It is my request to you all. Do bhajan. You can get. One question. What question? You must do bhajan. Good, go for good association. 100% sure you can get. Стремиться к святому общению. I promise you. But if you go for bad association. Но если вы будете совершать дурное общение, то ничего не обретете, соответственно, хорошего смысла. Where that is described in the scripture, so we know that reference. Actually, all our Guru Bhargava
All our Guru Varga speaking this way. When Gopal Bhaktivinoda Thakur speaking, that is scriptural evidence. Bhaktivinoda Thakur говорит, это есть свидетельство из Писания. Шроутавани is evidence, because they are watching and speaking. Поскольку они видят и описывают то, что не видят. Когда Джаганнат пришел сюда, начал танцевать на месте явления, Гуранги Махапрабху, он сказал, что это то самое конкретное место явления Махапрабху. То есть кто будет спорить с этим? Поскольку наша Гурвага нам сказала так. This kind of prema is quite impossible. I told you. То есть я вот сказал, because что forensic према... department can prove directly or indirectly. Forensic department people, I told you, na? Yesterday there's big fighting about this Rasa Rasa Sudhani ji written by Harivansh ji or written by. I told man, come on, you can invite forensic department, they have expert in language, they know different cells there, they can come and put them, they can check up writing, handwriting, they can speak, it's the writing of, so stop fighting. So I already proved, I told you this way, that this kind of prema is quite impossible. Понести на любую экспертизу, любая экспертиза подтвердит, что это написал Прабхупада Сарасвати. То, что утверждают его противники, это недоказуемо никак. I think you have link with Mother Mandapuriba. Then what documents do you want more? This kind of prema without the you go through Navadvip Sangha. Actually, том, доказательства, какие доказательства из Писания про чувство премы Мадхава Мандапурипады. So many documents. И вот, ну, а доказательство о том, что те, кто имеют, связь с Мадхава Мандапурипадой, они видя Махапрабху, они говорят, что ты наверняка имеешь связь с Мадхавиной Пури, поскольку только от него можно получить такое высокое чувство. Поскольку Радхарани и Сочетание Махапрабху они явились в сердце Мадхавиной Пури, и какие еще свидетельства нужны? Еще какие-то вопросы? No? Then I have to take leave from you. I do Sankirtan. And tomorrow I can also come. Lunch. Yes, yes. One more question. What question? Шрила Махарадж, позавчера вы говорили о том, что мы в первую очередь должны быть искренне. Это обязательное условие. First to hear. И, ну, Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати, Госвами Махарадж, наш гуру, он говорил, что искренность – это отсутствие камы, артхи, камы и мокши. Ну, я понимаю, что я не обладаю такими качествами. Вот. И также сегодня Шрила Махарадж сказал о преданности. Ну, этого качества тоже нет. Что для нового преданного в моем положении означает вот эта искренность, как ее развивать? Да. Где Махарадж сказал, что said that one had to be sincere, and also Prabhu's. Who told you? I told you. And also Prabhu's spiritual master said that one had to be преданным. Да, вы говорили, ваш духовный учитель говорил, что нужно. Говорил, что искренность это отсутствие артхи камы. And his spiritual master said that sincerity means not have karma. Prabhu's question is the following: how can he, on his level, develop this devotion? Actually, point is there. Вот, на самом деле, devotion at the time of diksha. Во время дикши. It is not that everybody can develop 100% sarana. Могут сразу все шаранагати развить. I speak in standard. Я говорю стандарт. What I speak, что я говорю, это стандарт. That doesn't mean at the time of diksha. Во время дикши. Have 100% sarana. Все, каждый может иметь 100% шаранагати. Automatically means we have no desire. То есть. That means equal to
you know, your heart is clean. So you, if you go on serving pure Vaishnava мы служим чистому Вайшнаву и Гурудеву сегодня или завтра, я уже много раз говорил об этом, что дикша это постепенный процесс. Дикша это долгая процедура. Не так, что вы получили мантру, и дикша закончилась. На этом. Нет, следующий день я могу это обсудить более подробно, и вы осознаете, и совершайте баджан, и в то же самое время у вас должен быть дух служения. Если у вас нет духа служения, только хотите слушать, то вы не сможете получить никакого улучшения служения. Значит, что какое-то служение совершать киртан, харинам и с чувством смирения, какое-то служение даме, нами, прасада сева, харикатхе, пять видов, я вот говорил, садусанга, матхуравас, бхагаватшраван, и служение божествам с твердой верой и Нама Санкиртан. Нама Санкиртан. Actually, first it was Нама Санкиртан. Но Нама Санкиртан. Ну, последовательность другая, но смысл тот. И таким образом эти пять видов бхакти, если так или иначе, вы можете даже немножко их совершать. Даже немножко как-то совершать какую-то из этих видов преданного служения, и если оно настоящее, то оно даст вам блага. Может, ваше сердце несовершенно, но ваше слабое сердце и лицемерие – это разные вещи. Может, вы будете слабы, но не должны быть лицемерами. Если вы искренне, вы можете обрести силу. И вот ваш Гурудев сказал правильно, вы должны развивать себя постепенно, если вы сможете совершать настоящую садусангу, поскольку садусанга наилучшая, поскольку Махапрабху среди всех этих видов баджана садусанга первая. Почему? Ну, поскольку могущественно, Шачитанья Махапрабху очень умен. И будьте осторожны. Еще какой-то вопрос?